Сегодня 12 июля 2014 года. Мы вчера в 7 часов вечера выехали из Анкориджа вот такой командой и поехали в Сюарт, в порт, с которого выходят корабли. Нас ожидает суббота-воскресенье, мы будем ловить рыбу вот с этого корабля в океане. Вот мы остановились на кэмпграунде, который принадлежит компании, в которой работает хозяин этого корабля. Вот наш маленький лагерь. Вот мы в 10 часов вечера развернули палатку. Дороги приехали в дождь. Три палатки поставили, стол, стулья, разогрели на газовой плите пельмени, которые были заведомо сварены в Анкоридже. Перекусили, выпили водочки за приезд. Вот где-то часа, через час, может быть, начнут просыпаться люди, и мы соберемся, машину, палатку оставляем здесь, и на вот этом трачке с корабликом поедем 15 минут отсюда место, где этот кораблик спускается на воду, и начнем рыбалку. Вот, посмотрите пейзаж. Мы сюда приехали, вот с левой стороны уже большая компания тоже приехала. Стала вот здесь тоже два трака, мотохомы. Вот. Костер, в кораблике спит хозяин корабля, в Мерседесе спит Юля. А вот в этой палатке спим мы с Лешей. В общем, все здорово, эмоций много. Начались наши приключения на Аляске.
Юлик.